Главное предложение только сегодняшнего дня. Когда закончился карантин, мы с вами ищем базовые вещи. Естественно, мы начинаем с выбора самых удобных брюк. Брюки, которые идеально тянутся. Брюки, которые не подчеркивают, а наоборот подтягивают вашу фигурку и делают ее стройной. Сегодня брюки Ангелика в день трех девяток за 999 рублей со скидкой 58%. Сегодня Микола Комендров представляет эту коллекцию, наш любимый эпатажный звездный, яркий стилист, который, кстати, да, мы сегодня с ним проговорили, что правильно подобранные брюки, Микол, это 100% успех. Да, это действительно так, потому что мы живем в современных реалиях, когда брюки в женском гардеробе это одна из самых основных составляющих, тем более, когда они выполнены из мягкого эластичного материала, а самое главное, имеют дизайн смарт. У меня в руках красный элегантный оттенок, не нужно бояться этого цвета, соединяйте его с геометрическими или цветочными принтами и делайте образы такие более морском стиле. Я бордовый цвет можно выбирать для себя, если вы любите именно такие слегка пеняющие нотки. Слушай, или в вашем дресс-коде позволителен красный цвет, морской оттенок, да, бирюза и рядом с ним васильковый. Красивый. Хочется окунуться как раз таки в прохладу моря, почему бы не позволить ее сделать на своих ногах. Хаки. Оливковый оттенок, хаки. Кстати, один из самых актуальных за последнее время. И многие высокие бренды представили коллекции именно в таком цвете. Мною любимый с этого года именно коричневые оттенки. Тяготею к бежевым, кремовым тонам. Ну и, конечно, моя любовь навсегда – это черный, белый и, безусловно, серый цвет. А я, смотри, вот выбрала для себя тунику Санти вместе с брюками Ангелика. Вот на мне сейчас, который вы видите, образ менее 2000 рублей. Ну, знаете, мне кажется, выглядит намного лучше, интереснее. Я прекрасно понимаю, что сейчас новые телезрители будут звонить и выбирать вот именно мой образ. Ловите момент. Постоянные телезрители, я открою вам секрет, в такие дни они смотрят, не отходя от телевизора наши эфиры, и при этом я понимаю одно. Выбирая сегодня 5 вещей, вы получаете бесплатную доставку. Но все-таки брюки – это база на работу, жара, да, ты понимаешь, что для тебя самое важное, чтобы они классно сели. И все-таки, Микол, дистанционно, для многих это как сказка, дистанционно как? Ну как можно идеально подобрать брюки? Да, дистанционно очень сложно приобрести брюки, особенно если у них присутствует пуговица, у них в точной пояс и, безусловно, застежка. Тогда можно не посадить по фигуре. Но когда брюки из эластичного материала, это раз. Высокая посадка и нет никаких застежек и пуговиц, а только резинка по поясу, безусловно, это усиливает и облегчает вам возможность. 6 сантиметров глубина и высота резинки. Причем резинка у нас встрочена внутри, она не будет перекручиваться при ношении и стирке, что обеспечивает именно комфорт и удобство. Безусловно, высокая посадка, как минимум 36 сантиметров полуобхват данного изделия. То есть она очень хорошо подсаживается и формирует более плоскую зону животика. И, конечно же, свыше 90% у нас с вами хлопка идет и лайкра, который обеспечивает пластичность. У вас сразу задается вопрос, а как по бедрам? По бедрам давайте сделаем с вами замер. Полуобхват составляет 33 сантиметра. То есть 33 сантиметра, то есть это 60 как минимум по бедру. То есть они достаточно свободные и эластичные. Ну и, конечно же, вопрос также именно нижней части изделия. Очень часто брюки, которые не тянутся, сложно посадить по зоне икры. А здесь у нас пластичный материал. Эластичный, тянущийся, тянется по всей длине. Это и обеспечивает именно легкую, комфортную безопасность при дистанционной покупке. Знаешь, моя мама сколько делала раз заказ брюк, еще ни разу ни одни так как оно бы, и все есть. Садится. Я всегда говорю, нужно попробовать, нужно довериться и сделать прямо сейчас заказ. Смотрите, ну вот сейчас придете в магазины, цены огромные, цены растут, потому что магазины вынуждены выживать. Но не будет цены 999 рублей. Я как мама могу сказать, детские колготки хорошие будут так стоить. На женские брюки, особенно в хороших крупных размерах. У нас цены будут начинаться от 3-3,5 тысяч. А это лучшее предложение. Поэтому ловите момент. Кстати, вот длина отличная. И плюс
Знаешь, что мне нравится, вот за что такие дни трех девяток? За то, что ты собираешь сразу образы. Вот я увидела телезрительница, да, как можно выглядеть, и я уже образами выбираю. Да, причем мы всегда сделаем с вами подборки, вы сейчас их увидите, когда вы можете сразу приобретать комплексно. Вот, пожалуйста, вы добавляете блузку в мелкий мельфлерный рисунок, либо классический жакет, и вот уже бордовые брюки преображаются и становятся классическими. Вы можете добавлять к ним более легкие блузы, вот, например, коричневый цвет мы соединили с бирюзовым. Цветочный или геометрический принт, абстракцию использовали с красным оттенком. А вот бордо с белым цветочным принтом на лето добавили к серому. Или геометрическое поло мы женское использовали с синим цветом и с белыми кедами. Моя любовь за сегодня – это жилет из вискозного полотна от Greenlight, который вы сейчас видели последним. Выбирайте его под оливковые комплекты. У нас вот девочки выбирают с туниками. Оля выбрала для себя такой цветочный принт туники. Туника Ллойда, она, кстати, еще и у нас имеет с вами кармашки. И обратите внимание, 56 размер. Эластично, плавно садится по бедрам. При этом вопрос сразу решаем карманов. Чаще всего эластичные карманы с годами оттягиваются и торчат пузырем. Да. Здесь же дизайнеры продумали, они внутри шили гармошкой для того, чтобы они всегда были восстанавливающимися. Помимо этого, здесь присутствует по обоим карманам две шлевки. Для чего они нам нужны? Я с собой сегодня взял карабин. То есть, смотрите, повесили ключи, вышли из дома, прикрепили ключ, вы знаете, что он всегда с вами здесь висит. Если вы, например, занимаетесь определенными профессиями, рекомендую такие брюки для профессии. Парикмахер, расческу положил. Также ножницы. Если вы, например, флорист, значит, вы можете положить разные инструменты, которыми вы подрезаете растения. И так на каждую профессию. То есть, если у вас профессиональные работы, выбирайте эти брюки в качестве базы. А еще самое главное, что в таких брюках никогда тебе не будет жарко, потому что твои ножки дышат. Внимание! Невероятное предложение. Кстати, сколько здесь процентов хлопка? 70% хлопка и лайкра. Лайкру используют в колготочных изделиях, то есть она антисептическая, мягкая и пластичная. Лайкра как раз-таки и дает брюкам тянуться по всему периметру. А значит, не нужно бояться, что по икрам и по бедрам они бы не сели. Итак, красный, серый и синий закончатся быстрее всего. Уже более 1500 брюк таких заказано с самого утра. Торопитесь. Новые клиенты, приходите к нам. У нас сегодня праздник заключительный. День праздника трех девяток. И, кстати, 5 заказов, бесплатная доставка.